Помоги мне. А всем привет, с вами Данте. Сегодня мы продолжаем играть в Диабло 3. Также и проходить. Да. Отправляемся. Наши испытания служат какой-то высшей цели, но она мне неизвестна. Стоя на месте, мы ее точно не узнаем. Отлично. Так, баррик... О, ого. Сундук, чуть не пропустил. Да, пока называется играю там... За кадром я мол, то, что уровень совершенства получаю, так я еще там... И денег... Поднимаю так. Адские ящеры — это демоны, которые... По какому праву ты собираешься отобрать мой меч? По праву, которое дает мне моя миссия. Но я уже заявила на него свои права. Я Магда, предводительница темного культа. Осколок принадлежит мне. Я не согласна. Ну хорошо, тогда поиграем. Да, как ни крути, вас спалили. Один пик я вас всех. Ты храбро сражаешься, но еще одного обломка тебе не видать. Он упал туда, где могут ступать лишь древние. Она коварнее, чем кажется. Пом-пом-пом-пом. А, кстати, я смотрел недавно ачивки, ну или достижения, кому угодно. Диабло 3, там были такие интересные ачивки насчет того, что ваш следователь, ну то есть там Кормак, еще кто-то, добили босса. Надо будет как-нибудь, когда будет, нифига вообще заняться, буду чисто идти. То тогда, в принципе, можно будет этим заняться. Да, окей. Вот обломок меча. Он был у ведьмы и ее прислужников. Дядя Декарт, не те ли это сектанты, о которых ты мне рассказывал? Молодец, Лия. Ты внимательно меня слушала. Помнишь ли ты что-нибудь о них, незнакомец? Я ничего не помню об этой секте. Но чувствую, что за ней стоит великое зло. Так, отлично. Получили какую-то штуку. Не очень так и курки, но все-таки. Единственный, наверное, плюс всех, всех этих вещей, которые я пополняю свои ресурсы. Хотя вот это вот особо сейчас не понадобится. Вот. То, что выше, вот это как раз очень так пригодится. Так вот, увы и ах, ключи. У меня ключей мало, но за 100 осколков портала прилично. А, кстати, я хотел улучшить своего... Видела того незнакомца рядом с Декартом? Вот. Может быть, нападать на нас стали... Этого вот ремесленника. Тик-тик. Отлично. Да, ух,
что я могу сделать, это, конечно, мне не по уровню. Ну ладно. Получили две ачивки. Так, погодите, не то. А, вот, достижение. Помогите ювелиру достичь 12 уровня. Да, физическое достижение связано с ремесленниками. Награда эмблема. Ну да, эмблема там я не видел, кстати, какая. Ну ладно, мне, в принципе, особо не важно. Предводительница сектантов Магда сказала, что следующий обломок упал там, где могут ступать лишь древние. Думаю, речь идет о затопленном храме в гниющем лесу. Я помню, дядя, ты как-то рассказывал мне о нем. Совершенно верно, Лия. Этот храм был выстроен нефалемами. Так, надо немного поудобнее сесть. Ты должна помочь нашему другу достать обломок меча. Нефалемы — это древние люди, обладавшие невероятной силой. Легенда гласит, что когда-то они сражались в великой битве рядом с храмом. За эскиз. Бесплотные тени ее участников. Так что я посмотрю. Друг с другом. Ну, извини за то, что я туда сейчас бегу, но все-таки мне интересно. Пока я не утолю свое любопытство, я никуда не пойду, а? Господи, нифига себе, сразу сколько появилось. Так, кстати, а что там было, я не видел. Безупречный министр. Пипец. Интересно, а выше царственного есть? А, во! Безупречный королевский рубин. А, так вот, что мне, значит, выпало, да? За рецепт, ё-моё, я думаю. А, то есть теперь... Бляха-муха. То есть я хочу, если... Пипец. Полный. Да, окей. Это странности, гивые поля. Сразу, кстати, показывает, что нам туда идти, что сам висел. Мы с тобой не сильно. Стой! Умри! Умри, тварь! Умри! Только вот я их не контролирую. Значит, ты еще не нашел свое призвание. Надеюсь, что не найду. Что? Не знаю. Она пугает. Так. Победили! Мы победители! По жизни. Я не знаю, как с этим обращаться. Берешь, одеваешь. А то я не знаю, как с этим обращаться. Зло получило по заслугам. Вот говнари, а. Вот как не уметь с таким обращаться? Когда-то в этих полях было очень красиво. Угу. Дядя Декарт часто рассказывал мне о них, когда я была маленькой. Сюда иди. Вы сюда идите. Я вижу, что мне надо. О! Ой! Мне нужно больше гнева. Игра сохранена. Эй, на помощь! Они убьют мою подружку! Воры убьют мою подружку, если мы им не помешаем. Развяжи веревки и помоги мне. Чего они хотят от твоей подруги? Ее зовут Саша, она дочка фермера. Так случилось, что мы знакомы. И у нее есть реликвия, за которой охотятся воры.
меня, стерва! Я поклялась хранить тайну. Отпустите девушку. Это ее вещь. И ты веришь в то, что несет этот прохвост? Вам же хуже. Тогда убьем обоих. У вас не хватит сил. Я гораздо мощнее вас. А этот раз тебе от нас не уйти. Куда убегаешь? Все равно сдохнешь. Это еще не конец. Гильдия воров из-под земли тебя достанет. Да, только эту гильдию воров мы видим и слышим в первый и последний раз. Вот реликвия, любовь моя. Я ее спрятала, как ты и просил. Отец что-то подозревает, но все это будет уже не важно, когда мы поженимся. Осталось совсем недолго, правда? Конечно, милая. Скоро мы поженимся, будем возделывать поля и нарожаем сопливых, то есть прекрасных детей. Но сперва мне надо продать эту реликвию. Для этого нам с моей помощницей придется кое-куда съездить. Ты хочешь присоединиться ко мне? Моя миссия нелегка. Да, да, я знаю. Трудный путь и все такое. Ну что, пойдем? Да, ворота. Погоди, это реликвия подделка. И как я раньше не догадался. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Что-либо. Похоже, тебе не помешал бы помощник, а мне как раз надоело тут торчать. Ты ведь не собираешься принимать предложение этого негодяя, правда? Может быть, вот приму. А как же твоя невеста? Невеста? Я что, похож на примерного семьянина? Кстати, меня зовут Линдон. Хнойк, вернее, скурец. Нет, я не хочу, я буду скурец. Признаться, меня пугает то, что говорится в книгах об Аларике и этом храме. Ты должно быть Аларик, Вечный Страж. Дядя Тикард говорил мне, что ты охраняешь это проклятое место, но я думала, это просто сказки. Ты не Фалем? Нет. Нет. Нефалимы исчезли 1000 лет назад. Ха, это выдумки. Ты хочешь войти в наш храм, но это дозволено лишь Нефалимам. Здесь неподалеку есть гробницы. Если ты найдешь там ключи и откроешь ими врата, то мы увидим, кто ты на самом деле. Следуйте за мной. Я подниму для вас мост. Ищи в лесах две гробницы. Последнее пристанище воинов и склеп. Ну да, конечно. Все это мы найдем. Этот лес укрывает пелена древнего проклятия. У меня такой хрень не пугает, как и... Это люди Аларика? Да, я не понял. Я тебя убил. Мы победили! Нет! Я бы так называл их летающих тварей с лапой смертью. Что, убить их не мог? Нет, вурдарлак, вурдарлак, блин. Ну я помню, по-моему... В героях там каких-то было такая уже штука, если у вас есть
Я не помню. То есть, вот я вам реально говорю, я не помню. В каких именно, я помню то, что в каких-то героях там было такое, то что если ты играл. Так, и священник останется. Окей. В общем, там в каких-то героях точно не скажу, потому что не помню. Было то, что если вы, допустим, у вас люди и нежить, то рано или поздно они будут друг друга атаковать. Во имя всего святого! Ты только посмотри! Вот насчет этого я точно не знаю, наверное, откуда тоже слышал. Да, на. Вот я вам подожду. Мне не хватает гнева. Прикол со священной землей не. Особо можно не использовать. Слушай, он полезен, если только с такого босса и не один. Играешь, если. Когда все это закончится, я открою где-нибудь маленькую таверну. Если, конечно, доживу до этого дня. Звучит так, неплохо. Чуть-чуть. Если останешься без работы, дай знать. Я подыщу для тебя местечко. Я нашла свое призвание. Но спасибо тебе. Окей. Склеп древних. А вот один из древних меня уже встречает. Со своей свитой. Тихо. Там уже нет. Да, куда зафигеть, ты не побежал, ты не спасли. На что надеялся? Ну, у меня такой вопрос. Наверное, надеялся на то, что... повезет. А тут не повезло. А он так не захотел. Я иди ты, кусок нет. Резерв какой-то плохонький вообще. Я рада, что это закончилось. Угу. Ты рада, а я не очень. Мы были уверены, что сумеем обойти все ловушки, расставленные древними, против расхитителей гробниц. Но тела моих погибших друзей доказывают, как сильно мы ошибались. Мой конец тоже не за горами. Нас погубила собственная жадность. Ну, я могу сказать, не только жадность, если я погубила. А то, что еще около жадности торчала. Я говорю, костлявая, зубастая, вот такое... Ничего.
Фикс. 49 монстров убить, нормально. Пом-пом. Блин, наушники поправляю, они у меня хотят упасть куда-то. Гордон. Чем Гордон? Когда-то мне нравилось путешествовать по всему свету. Я странствую всю свою жизнь. Я видела, как меняется. Аларик говорит, что наши люди способны выжить в предстоящей битве. Но я видел по его глазам, что это не так. Зачем он повелел мне охранять светоч надежды? Эти твари в окрестных лесах истребляют моих собратьев, а я ничем не могу им помочь. Мне не хватает. Да что ж таких замораживающих-то все время напихивают? Дофига так. Чё, медом не нам не намазана пока, блин, не будет там для тебя тебе говнари замораживающий. Все должны узнать о нашей победе. А, отлично. Не, ну конечно, если так защищать вообще. Очень таки весело. То есть таким макаром, тогда я вообще буду понимать, как бы это не знаю там. У меня здесь так вот. О, нормально. Быстро, главное. И второй. Отлично. Вход в храм открыт. Войди в него и сразись со стражами. Они мои братья, но все равно попытаются убить тебя. Я не могу судить их за то, что они исполняют свой долг. Ладно, а войдем туда мы в следующей части. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Данте. Всем спасибо, всем пока.